Меня зовут Рик Реннер. Сегодня, 17 марта, наша тема называется Правильный вид боли. Никто не любит боль. Когда люди испытывают боль, они принимают обезболивающие средства, чтобы избавиться от нее. Но есть такая боль, которую нужно назвать хорошей или полезной. Мы читаем о ней в книге Деяний 2 главе в 37 стихе, где Петр проповедует Евангелие перед множеством народов в Иерусалиме. И в одном из переводов Библии сказано, что когда они услышали это послание, то были поражены в самое сердце. Слово «поражены» — это греческое слово «катаноса». «Ката» описывает что-то, находящееся внизу, а слово «нус» означает «вонзить». И когда мы соединяем два этих слова вместе, получается, он глубоко пронзил их своими словами. Они так сильно огорчились, им было так больно от слов Петра. Они понимали, что пребывали в грехе. И из-за того, что эти люди почувствовали боль осуждения, они вскричали, что нам нужно делать. Петр ответил им, вам нужно покаяться. Это и есть правильный вид боли. Когда мы чувствуем осуждение в своем сердце из-за того, что сделали что-то неправильно или сказали что-то плохое, мы внезапно ощущаем, как Святой Дух буквально пронзает нас. И мы понимаем, что поступили неправильно. Он призывает нас измениться, все исправить и покаяться. Это правильный вид боли, потому что он ведет сначала к осуждению, а затем к жизни. Подумайте об этом сегодня.